Доброе утро, дорогие мои! Вы на канале Приют Ангела, с вами Народный Батюшка. Мир и благословение вам от Пресвятой Троицы. Красота у нас, простор, тепло, солнце светит. Рыбаки сидят на озере, рыбку ловят. А я записывал недели две назад и подошел к тому краю, потому что там что-то утка трепыхалась вот в таких растениях. Подошел, а смотрю, она рвется из воды, хочет вытянуть лапы, не может, и под водой что-то такое двигается. О, все-таки она вырвалась, полетела. Я думаю, вот эта рыбина ее схватила. Думаю, вот это да, неужели рыбина может утянуть утку? При этом задумался, думаю, а как же так? Вот я здесь пытаюсь этих уток спасти, все охотника обвиняю в том, что они пропадают. Но он, правда, стреляет, опять стреляет. Уже снова начал, хотя меньше. В пятницу два выстрела, в субботу, сегодня совсем не стрелял. Но говорю, как же, может быть, и не он, может быть, вот рыбина этих уток утягивает. Я-то тогда очень удивился, восхитился. Пришел домой, матушке рассказал, Саньку рассказал, кому-то на улице рассказал, что у нас тут такая рыба, что уток тягает. А сегодня здесь был Дмитрий Кондин. Это наш замечательный корреспондент газеты и рыбак хороший. Все время у него есть рыбка. Я его спрашиваю, Дим, говорю, вот такое может быть? Потому что, в общем-то, я рассказываю восхищенно, а сам думаю, ну как так? Если бы рыбина всех уток таскала, то она бы их таскала где попало, и у нас бы тут вообще никаких уток не было. И вообще какие бы были, если бы рыбы их съедали. А он говорит, нет, большая щука, ну, цыпленка еще может утащить, ну, утенка. А большую утку она не будет нападать, она... А у нас тут только может быть большая щука. Я говорю, а что тогда это могло быть? Почему она так... И что-то, говорю, там шевелилась под водой. А он говорит, это она, наверное, в тине запуталась. Лапа, говорит, у нее заплелась в тине, и она ее выдернуть не могла. И точно, вот я сейчас сходил, посмотрел, а там действительно плавает водоросли вот такими, значит, островками. Да вон они, вон плавают тоже островками, видите? Вот. И, по-видимому, именно так и было. И она тянула водоросли кверху, а она там шевелится, а мне показалось прям такая... Рыбакит. Вот ведь как можно запутаться. Представляете? Тина, утка, а я уже тут чудовище, которое уток хватает. И хожу, переживаю, что считаю их там. Ну, правда, их правда меньше стало. Этот дурачок опять стреляет. В пятницу стрелял, в ту еще стрелял, в субботу стрелял. Поэтому к чему я это все рассказываю? Слушайте, ну ведь это вот абсолютно наша жизненная история. Когда мы время от времени думаем, что нас кто-то хватает, что какие-то злые силы нас тянут куда-то в глубину, сожрать хотят, а сами просто запутались. Просто запутались. И вот такие запутанные бьемся в этих сетях этой путаницы, думаю, что напало какое-то зло, что это зло может проглотить. И главное, остальным-то всем рассказываем, что ой, там на меня вот такое произошло, сатана на меня напал, сатана меня тащит. Оказывается, не надо никому никуда тащить, ты просто можешь запутаться в жизненных обстоятельствах,
трепыхаешься в них, как утка. Орешь, она крякать начала, она так активно обвиняешь кого-то. А на самом деле все просто. Просто запутался. Поэтому, дорогие мои, мы-то с вами разговариваем, и я, в принципе, вот сейчас понял, что в большой степени я какой-то такой наивный человек, потому что обращаюсь к вам как к людям, которые трезво осознают жизнь, как к людям, которые ходят в обстоятельствах спокойных и рассуждают о Боге, рассуждают о душе, о духе. И поэтому вам легко слышать и понимать, что я говорю. А ведь вы можете быть запутавшиеся. И ведь вот такую запутавшуюся утку не заставишь молчать и не дергаться. А дергаются. И поэтому, когда вот я сейчас понял, звонила вчера одна женщина и просила избавить ее от боли в челюсти, и я с такой немножечко как-то недопониманием это воспринял. Думаю, как я же не стоматолог. Я дал ей телефон стоматолога, клиники, еще что-то. Ну, помолился, конечно, помолился и говорю: Господи, помоги. Но вот при этом я ведь не осознал, что ей сейчас не о Боге. Я попытался о Боге поговорить, о ее судьбе, о каких-то, значит, обстоятельствах, которые нужно потерпеть. Господь ее испытывает, видать, таким образом. Так вот я порассуждал. А сейчас понимаю, что я ее только запутывал. Что надо было просто сказать: вот тебе телефон, давай вот двигайся. И это же врачи должны решать. Это же нервопатологи или еще что-то. Вот. Ну, хотя молитва помогает. Конечно, молитва помогает. И, ну, я ей объяснил, как на самом деле все делать. Но сейчас-то хочу просто вам сказать, что, дорогие мои, если у вас какие-то тяжелые обстоятельства, и как-то вам кажется нехорошо, кажется, что вы попали в чьи-то лапы или в чью-то пасть, оглянитесь, осмотритесь. Может быть, вы просто запутались. И тогда надо вернуться просто к жизни, которая описана у нас в Евангелии, которая нам подсказано Господом, и в этой жизни, войдя в этот порядок, вам и легче будет избежать этих сетей, как у нас написано, сетей. А тут аж тина утку чуть не съела. Вот так, оказывается, все просто может быть. Всего вам доброго, мои хорошие. Здоровья, радости. И меньше путаницы, потому что Господь прост, в Боге все просто. Где просто, там ангелов доста, как есть у нас такая поговорка. И поэтому упрощайте, все упрощайте. Тогда, наверное, будет и настроение лучше. И красота у вас будет такая, как у нас снаружи, в вашей душе. Здоровья вам, радости. Аминь.